Россиянам нашли альтернативу ипотеке. ЦБ планирует развивать лизинг недвижимости, который позволяет приобретать квартиры поэтапно. Развитие лизинга недвижимости предусмотрено утвержденной правительством стратегией развития финансового рынка России до 2030 года, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. В Госдуме считают, что аренда жилья с возможностью выкупа будет востребована у россиян. Вопрос только в том, чтобы установить невысокую арендную плату, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Развитие рынка аренды жилья – это перспективное направление. С одной стороны, это решение социальной проблемы, а с другой – загрузка строительной индустрии, а значит и всех смежных отраслей экономики. Хватательные рефлексы на рынке недвижимости постепенно уходят в прошлое. Усиливается желание приобретать жилье на время, чтобы жить и работать, а потом переехать, не заморачиваясь с продажей квартиры, считает депутат. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, будет ли востребован такой лизинг в России.